финал Кубка Тельца 2014 года, второй тайм, свобода Гризли со счетом 5-0, по-моему. 5 тоже, по-моему. Идут Гризли. Свобода. Настава команда. Да. Игрок в оранжевом. И белых гетрах, и белых оранжевых, и черных гетрах. Сережа Харитонов. И остальные. Хорошо, спасибо. Там на камеру летел. Что я сделал еще? Лево, слой. Ну, где я стал только 5 мячей играть? Плохо, серый, прости! Прости, серый! Наверное, все в какую сторону. Или ты будешь убежать в какую сторону? Ладно, спасибо. Очень не мой, разыгрывают лишнего. У нас не разыгрывающий. Один! Коваль, 3 автогола, ты не поверишь, в том матче было. Воруют статистику просто, что можно сказать. Я думаю, его должны были признать лучшим в команде соперника свои. Если бы был лучше. Ну да, да, да. Спасибо, родной. Поехали.
А это был очень красивый гол. Ну, так себе. Михаил Иванов сделал скрытую передачу в разрез между двух защитников. Иванов Дмитрий, выйдя один на один, мягко подрезал мяч над вратарем. Рядом с вратарем. Рядом с вратарем. Я приукрасил, я летописец. На камере не видно, поэтому над вратарем мяч летел в девятку рикошетом от двух штатов. Вратарь выше перекладин. Как над вратарем мог взять? Впал, как страус, закопался в песок. Комментатор Дмитрий Нагиев. Напоминаю. Все. Пока. Блядь, Олег! Записалось. Некрасивый гол записался. Какой же ты телец, говорят они. У тебя, Наташа, не есть номер? Не знаю. Может быть. А тебе зачем? Да, у меня с телефоном сел садиться, я думаю. Нет, позвонить-то надо. А, мы же без музыки, конечно. Да, мы же давно без музыки, у меня телефон. Дождь все сел, все равно все включать, что все разъявилось. Ого! 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 Давно без музыки. А, извините. Ничего страшного. Ничего не происходит на поле. Ты исполнял ты. Что за попрыгнул? Я сидел. Блин, возьмите вот там, пожалуйста, вот тот пока. Я пока схожу, все принесу. Саша, что за организатор? Это альянс футбольных любительских коллективов. Команд. Не знаю, статистику смотрю. На место команды смотрю. Да на него, блядь! Чего не встречаете, бежишь? Ну, был опасный момент. Что ты сказал, блядь? Я по центру бегу. Не закончился с... Какой просить, я по центру с мужиком бегу? Олег! Я! Серж! Гол. Это был гол. 5-2. В принципе, еще 5 минут. Почему я должен встречать? Почему я должен встречать? Потому что я с игроком по центру бегу, блядь. Что ты все пиздишь? Молчите, блядь, тут. Я пишу. Где у тебя игрок? Ты что делаешь? Молчи, пусть он говорит сам с собой. Он, Саня, молчит на его. Он не упекает, он молчит. Ходит и тикает. Ходит дальше. Я на той бровке был, ты бы мне сказал, иди встреть сюда. Опять бы я виноват. Да вот именно, что ты говоришь.
Оказалось уже все. Опачки. Вот и все. Там красивый гол был. Да, если голову ждал недавно. Последнюю минуту, кажется, сколько голов взлетело. Чемпион.